Илай, о, хотел с тобой поболтать. Как же вас тут много... Ты как старая бабка сидишь, читаешь, серьезно. Серьезно. Хорошо, смотри, выглядишь. Иди, сходи к Лаю. Кстати, привет тебе, я Коперник, это... Да. Бегом отсюда, пощемил, пес. Пока тебя очко не вырвал. Через глотку. А, это Far Cry 5, мы продолжаем. Так сказать... Эль Рубенто, да? Аптечки есть, бронька. Ну, давай, купим, пожалуй. Чпок. Метательные ножи этого говна у меня, я сам могу напродавать тебе хоть... кстати, у нас что-то новое появилось. Я имею в виду... 9 очков навыков. Эксперт винтовки, снайперские винтовки, ускоренное перезаряжение, прицеливание, сменено оружие, прокачивая разброс уменьшен, также работает в режиме аркада. Хуета. Подойдите к крепоту, а капоту машины, держивая Е, чтобы поджечь ее машину за 10 секунд. Нахуя это? Машина, мин-ловушка, нифига себе. Прикольно, прикольно. Так, огнеметы... Перезаряжение, прицельная скорость уже уменьшены. Ну, я думаю, наверное... Нифига, то есть СВУ, липкие гранаты, динамит, особые боеприпасы. Интересненько. Вот это интересненько. Черный рынок. Черный рынок. Стоп-сигнальный. Ёпта, бля! Зажигательная стрела. Бронебойные пули. Бронебойные пули для винтовки. Калибра 50 для пекаля. Снаряды РПГ. Что это? Разрывная стрела. Зажигательный снаряд для гранатомета. Это как? Кассеты, кассетный снаряд для ракет. Охренеть. Охренеть. Что это за говно? Динамит. Липкий динамит. Он что, его смолой, что ли, обмазал? Ну-ка, а здесь что? Оружие. Есть какое-нибудь интересное новое? Весло. Брызг. Что это? Какое-то говно. Ну, что-то вроде как побольше пекали стало, но не особо, если честно. Вот вроде как тостер акула. Магнум 44. Ничего интересного. Ничего нового. Ничего вообще, в принципе. Дикий посос. Где СВУ? Где моя СВУ, которую обещали? Что такое СВУ? Снайперская винтовка улучшена, как я понимаю. Это СВУ? Нет. Может быть... Это СВУ? Нет. Ну-ка. Пулемет? Новый пулемет? Нет? Нет. Какой-нибудь... Вот это было. Нихуя не появилось. Пидоры, наёбщики. Он сам отлетел. Хватит, хватит. Не вопрос. Первый и последний раз за такие наёбки. Я с тобой так... Это ты, я очнулся еле-еле. Ради всех богов. Что это? Список песен для радио. Do it again. All or nothing. Please of me, please of me. The nuclear duty sunshine to feed. Ты записываешь за мной? Ты на ручку подышишь? Он так лучше? Headshot! Кто теперь выглядит хреново, а, сучка? Кто теперь выглядит хреново, пидор? Кто теперь выглядит хреново, ублюдок?
Спасите меня! Смотри, кто восстал из мертвых. Я рад бы поболтать, но тебя Илай ждет. Петух какой. Говорит, хреново, говорит, выглядишь. Ублюдок. Ты Илай. О, ты встал. Илай тебя ждет. А у тебя рука сквозь штаны прошла. А Нанюга сратый. Чайник у вас дырявый. Хороший чайник был. Где Илай? Мне можно узнать, где здесь у нас Илай? Где здесь у вас Илай? Покажите мне Илая. Ты Илая. Кормить и не поить. Все равно, что медленно убивать. Этих еще и в клетке держат. Секта изобретательна в способах убийства. Угу. Это все, да? Что-то я ничего не понял особо. Ну ладно. А, распродажа. Где Илай? Там у нас немытая Россия, что ли, где-то тусит? Ты Илай. Следили за тобой, помощник. Да, что ты понравился. Ладно, давай к делу. Я знаю, что случилось на юге. Теперь отец будет осторожен, и это хорошо. Мы здесь совсем выбиваемся из сил. Если так будет и дальше, вряд ли сможем продержаться больше недели. Отчаянные времена наступили. Нам требуется больше опорных пунктов, так что я отправил парней в туристический центр. Сектанты устроили там хранилище блажи. Но ребята попали прямиком в ловушку. Их взяли в заложники, и время у нас на исходе. Если я отправлю за ними еще один отряд, мы рискуем потерять все. Но ты... Тебя и дымщики не ожидают там увидеть. Помощник, только ты сможешь с этим справиться. Только тебе я доверяю. Я рассчитываю на тебя. Только тихо. Стоит сектантам понять, что ты рядом, они всех перережут. На столе лук, он тебе пригодится. Освободи наших людей. Удачи. Я любила охотиться. Ну... С4 было бы проще. У тебя лук, конечно, говно. Полная. О, ты познакомился с Илаем. Теперь если... Клятва выживальщиков. Сыны и дочери Уайтела. Уайтейла. Рождаются свободными. Мы сделаем все, чтобы выжить. Мы никогда не бросаем своих. Мы будем сопротивляться, пока не свергнем тиранов. Что за хрень? Ты ему типа ножки паришь? Может, я была с тобой немного резка. Я не извиняюсь. Просто признаю. Я не доверяю чужакам. Но Илай говорит, что ты ничего. Пока что я буду считать так же. Покажи, чего стоишь. И мы с тобой подружимся. Вот в чем дело. Выйти хочет включить пиратскую станцию. Илай, он сказал, что это поможет координировать действия, но я думаю, он просто хочет ставить свою музыку. Мы так уж и быть разрешим. Беда в том, что он не может поймать сигнал. Нам сообщили, что сектанты глушат весь район. И сказали, каким образом. Похоже, два глушителя стоят на вышках, а третий у мобильного патруля, следящего за дорогами. Захвати две вышки. У нас будет сигнал, который покажет мне, где патруль. Я скажу тебе, где его искать. Сделай это. И, может, завоюешь мое доверие. То есть... захват вышек. А можешь прям при мне покрутить немножечко? Я в тебя верю. Ой! Все сломалось! Бей током! Мне кажется, он больше никому ничего... Не расскажет. Что там за... Что? Моя баба с Армстронгом подралась. А, что? Что?
Вот так и живем. Вот так, блядь, и живем. Серьезно. Вот так, блядь, и живем. Серьезно. Так, что тут у нас? Ни хрена себе, кто-то спал, лимончик херачил. Так, где отсюда выход из этого говна? Что? А, вот. Блин, 300 с хреном метров, серьезно. Где? Где вертолетная площадка? Вышки глушить, говоришь? Не вопрос. Глушить мы любим вышки тоже. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Ни хрена у нас тут всех. Мне кажется, это будет долго. Это будет долго. Ну ладно. Мя. Тогда вот на паузе добегу, а потом, если что там. Здесь на самом деле никогда не бывает скучно. Ебанутый, давай сюда, пошли, погнали. 700 метров идти. Охреневшие ребята, да? Ой. Так, а какой перк уже изучил, забыл. Я уже, блин, все забываю, реально. Что-то с памятью моей стало. Видимо, место кончается. Мишанька! Пум! Мишанька превратился в красное облако. Я могу всех при помощи этой машины превращать в красное облако. Олень! Красное облако! Блядь! Нет! 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 Сука! Нет! Конечно, выходим. Take me home! That's Virginia! Ты-ты-ты! Ты где? Нихуя, это же так могу. Такой чушь, у меня там голова выворачивается на 360, да? Так, на 180. Да ж пиздец какой-то. Прям туда. Слушай, да он кошкой хреначит не хуже, чем мы в Джавскосте. Кстати. Может, долетим? Блин, высоко, да? Эх. С просранными волками какими-то. Ну и? Чё это за волк обдолбанный? Ку-ку! А ну, сука, отдал мою стрелы! Назад! Живо все назад! Блядский волк, серьезно. Стрелы мои спиздил. Глянь, бегает. В стрелах весь. Пидор. Шкура волчья. Ну и? Заклинило? Что волк ваш не жрет никого? Я хочу его... Он бегает как ебанутый. Мои стрелы! Ты ответишь за мои стрелы, сучка. Вы забрали у меня стрелы, а я заберу у вас квадроцикл. Хотя не. Хорошая вещь на самом деле. Зря вы так... Почему вокруг этой вышки ссаные вороны летают, я не, вот, не понимаю до конца. Ну да ладно, в принципе. Думаю, с этим-то мы как-то справимся. Пык. А можно я просто ебану туда пару снарядов и все? Или обязательно лезть?
Уи! Стрёмные птицы! Что ж ты вьёшься над моею головой? Ты добичи не добьёшься. Чёрные птицы, я не твой. Уи! Дай-ка намотаюсь на эту хрень. Ну, бабаджаюшка, полезли. Уи! Карусел, карусел. Кто успел, тот и сел. Нормально все. Все? Где? Ну, как бы... Да, нашего героя действительно штевает что-то. Меняю позицию. Отсюда фанатики! Отсюда фанатики? Поносики, ёпта. Так. Ты уже тут. Ой-ой-ой. Ну? На помощь! Это какой-то ебобо. Я была в лесу, когда на меня напал один из жутких волков. Раз и этот псих выпрыгивает на зверя с одним ножом. Не знаю, выжил он или нет, может, стоит узнать. Избавься от отца ради всех нас. Отлично. Вера умерла, и блажи больше нет. Теперь Иакову понадобятся новые солдаты. Нужно прятаться. Окей. А, они типа без блажи мрут, да? О, броник. Ничего так. Ладно, я думаю, погнали. Ч-ч-ч-ч. Я себе такое хочу, это я себе такое хочу. Е-е, я нажимаю Е, серьезно, не забираю. Пивер отдавать не хотел. Да? Что, идти, что ли, должен пешком? Бабаджай гордая птица. Вот как этот орел на веревочке. Вот такой же, блядь, гордый. Серьезно, я тебе говорю. Я тебя горчу. Ты ебанашка, что ли? Вот бумера ранили. Потому что он какого-то хуя под моими колесами бегает. А тебя так царапнули. Бумеринго, как мне тебя спасти? Ты видел? Ты видел это? Он подскочил на боку, так пук-пук. Машин много, зря, наверное, того чувака убивал, да? Ну да ладно. Жалко, что если никакого-нибудь этого нет. Аэроплана, да? Меняю позицию. Ванпост сектантов новый, нифига себе. Сейчас попробуем, попробуем. Сейчас попробуем, попробуем, попробуем. Музыка, кстати, ничего так. Она спиздила у чувака автомат. Серьезно. Ух ты. Ух ты, не нравится мне это дело. Как у них много... Они друг друга могут лечить, кстати? Просто интересно. Просто было интересно. Вставай, чувиха. Ой-ой-ой. Ух ты же, нехило-то там. Да, блядская баба.
Ты специально будешь прыгать под мои... Да охуенно, еще бумер кверху жопы прилетел. Что-то мне это не особо нравится, если честно. Ой, бомба. Так, или автоматус. Бумер, лечи бабу. Что ты бегаешь, как ебанутый боком как-то? Блядь. Два напарника в два раза больше говна, серьезно. Блин, винтовка из сисек в сиськах застряла. Боги, что, блядь, творится? Что происходит? Мне страшно. Ну, чутка. Так. Это чипулюки у вас какие-то опасные, ребята, серьезно. Ну же. Ты заебал. Пока. Вот так вот, блядь, и живем. Серьезно, вот так, блядь, и живем. То есть тут, понимаешь, вот... Ух ты. Ч-ч-ч-ч. Все хорошо, прекрасная маркиза. Все просто, ёпта, заебок. Ну, как в эту шляпу войти? Как мне за пулемет сесть? На С нет. А, она на заднее место села, да? Пересесть. С место стрелка, отлично. Ух ты, нихуя вас там, ребята. Ой, своя. Свои. Теперь это какой-то на тир похоже, да? Ого, нифига, вот чуваки тут новые появились, да? Кто, где? Ебать вас там, ребята. Много. Что, откуда? Ах ты, нихуя себе, ты хитрый. Так, мне кажется, наши напарники слегка Эль отлетели. Да. Наш бомбин отлетело. Ну давай, у нас будет разноглазная кошка с бумером вместе бегать. Кто еще хочет повъебываться, ублюдки? Ме. Ух ты! Крупнокалиберная пукалка. Мама шила мне штаны из берёзовой коры, чтобы папа не потел, а не кусали. Это была бы смерть, если бы он успел упасть, серьезно. Серьезно. Музыка прикольная. Не, на самом деле, я думал, это будет не так круто. А это даже круче, чем четвертый Far Cry. Намного круче. Ну, не круче, чем третий, конечно, но все-таки. Но это не все. Похоже, они еще ведут трансляции. Нужно уничтожить антенны, чтобы это прекратить. Кажется, я видела три антенны на крышах. Захвати взрывчатку и подорви их нахрен. И поторопись, они наверняка знают, что мы уже здесь. Здесь, что ли, частота помеха-то юзается? Станцию захватил? Хорошо. Это же был лагерь подготовки сектантов. Устроим там наблюдательный пункт. Погодь. Ты молодец, продолжай в том же духе. Так. Внизу!
Не что эти спутниковые тарелки, ты серьезно? Так я же за башню вроде чесал. То она и есть, наверное. Блять, как же оно далеко, серьезно. Она где-то тут. Я могу сюда телепортанту въебенить, не? По идее, не. Так, задание испытания. Испытание фигня, навыки. Настройки персонажа, ноги, торс, костюмы. Ме. Во-во-во-во-во-во-во-во, радиомолчание уже, да? Вот за ним мы чешем. Ну, чуть-чуть попробуем. А, ладно, тарелки заодно пока уничтожим. Это быстро. Это свои, чужие? Чужие! Ёп! Ты могли бы мне, между прочим, вертолетик оставить. Пригодилось бы. Чуть-чуть. Чуть-чуть, немножко совсем. Серьезно. Эч! Так. Как я понимаю, здесь... А, да, на среднюю кнопку. Бум. Пока. Привет, привет. Пока, пока. Не царское это дело. Ходить. Ой. Во, все. Чё ты мамин бродяга? Какой-то там чей-то там симпатяга. Оу. Дело не хреновое, я вижу. С вертолетом т.д. Ну и ладно. Сейчас. Угу. А я могу прям по себе бомбануть? Прям как-нибудь вот так вот. То есть я могу по большому счету и отсюда расхерачить все, да? Пум. Красиво. Ничего не скажу, красиво. А, то есть ближе не может, да? Там у вас ракеты летают, снаряды точнее, беги, короче. Опс. Говно случается. Парапам. И не случается. Парапам. Блин, этот гранатомет, он просто, он великолепен, серьезно. Он гениален. Не хочу аптечку, а хочу блядские припасы. Он просто гениален, он идеален. Он охеренен. Полетели. Знаешь, так параллельно выполнили миссию без палева, да? Этот немножечко сгорел вертолет, да? Увы и ах. Увы и ах. Больше ничего нет? Так. Подожди. О, еще одно испытание. Отлично, обожаю такие вещи. Серьезно, они прикольные. Они веселые. Петучий туч представляет. За неделю до 10 мая 1971-го Клатч Никсон, величайший каскадер вселенной, потребил огромное количество сигарет, сырых яиц, виски и волчьего тестостерона, который он ввел напрямую через слезный поток. Именно этой диете обязан его успех в преодолении невероятной гонки под названием Квадзилла. В ту ночь Клатч лег спать с практически выбитым копчиком и с приятным осознанием того, что его трюк вряд ли кто сможет повторить. Квадзилла. Ну-ка.
Что мне нужно? Ну, логично. Ехать куда-то вперед. На этом квадроцикле. Нифига его носит. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Я гору. Ёпта, гору, блядь. Ч-ч-ч. Не горим, не горим. Не орем, не вопим. Не горим. Все, заебись. Ты серьезно? Какое-то место увидел с чем-то. Ой-ой-ой. Ты серьезно? Очередной? Сейчас здесь будет много, получается. Не, классно, классно, классно. У-у-у! Все просто заебись, чувак. Просто заебись. Ох ты! У Джеронимо, ёпта! Да это не страшно, да я бы даже в жизни такую захерачил, серьезно. Чему тут копчик-то выбивать? Тут... О! Классно. Весело, но коротко, но весело. Коротко, но весело, но коротко, но весело, да. Я заметил такие вещи постоянно, знаешь, они гипервеселые, они гипербыстрые какие-то. Такие мяй, и все, и закончилось. Я квадзила, сучка! Дали охуенную мне лодочку, лодочку сияющей море на пене. Мы отнимем у Якова эти горы, я точно знаю. Мы перехватываем переговоры эдемщиков, и они не слишком счастливы. Теперь нас будут искать вертолетов. Береги себя и не забывай поглядывать на небо. Слушай, вертолетную площадку, кстати, я здесь вижу, а вертолетов возможности вызова я здесь не вижу почему-то. Это что-то как-то печально. Слегка. Ну и ладно, в принципе. Так, нам нужно кудысь. Где обозначение? Куда вы их дели? Радиомолчание, конечно же. Радиошкварчание. Радиогорчание Джеронимо. О, привет, Мишаня, ёпта. Хоп! А, вот оно что. А я-то думал, почему так быстро все время падаю. А я... А в это, значит, типа вниз как. Типа как вниз как. Понятненько. Опс. Все, я все понял, все понял. На крыле, то есть можно офигенно долго и быстро летать. Быстро, долго и все такое. На быстрое расстояние имею в виду в течение длительного времени. И довольно весело это было бы, но... Неудача наверняка бесит Иакова. Все, доберитесь до серверной вышки, да? Так, я тут эти задания уже выполнил, как я понимаю, или нет? Ну-ка, кошка, ма, помогай. Угу. Ну, типа, как выполнил, да. Да, почти. Это ты не наебёшь. Ай-я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 й
такая красота, если не нажимать вперед. Если нажимать вперед, такая не красота, серьезно. Падаешь быстро очень. Я думал, что типа какое говно, это костюм, крыло. В жизни-то на нем можно и вверх летать, и вниз летать. Это было красиво. Это было заебись. Чье-то радио журчание, блять.
снимем. Жаль, что здесь не везде можно пройти. Хотя, в принципе... Да, здесь довольно открытый мир. Можно и тут пройти, кстати. Но, блин, опять полгода пилюкать. Ты серьезно? Ты серьезно? Ребята, заберите. Я даже готов вас не убивать, если вы меня заберете из этого говна. Блять. Сейчас. Я все-таки забрался сюда. Это пипец было тяжело, но я все-таки это сделал. Красивый, красивый мир. Видно, что сделан с любовью, даже тут одинокая сосенка. Вот ничего не скажешь, серьезно, ничего не скажешь. А Far Cry, он крут все-таки. Он все-таки крут. Вот именно этот. Я не знаю, почему мне не зашел четвертый. Я не знаю, может быть, зациклился уже из серии в серию. Одно и то же говорю, но... Что-что? Из серии в серию говорю, но... Четвертый мне что-то как-то не понравился особо. Не знаю даже почему. Если кому понравился четвертый Far Cry, в него играл и прошел до конца, ну, напишите мне об этом хотя бы. Буду знать, что есть такие люди. Вот, ну третий, конечно, конечно. По-моему, самый удачный вообще из всех частей. Там было куча веселых вещей. Какие там чипыльдуки по накурке бегали, когда ты зажигал поле и накуривался от этого. Красота же. А можно я так просто попорчу? Прям вот так вот отсюда прям. Прям вот от Седова, не? Все? Ну тут просто у этих ребят вертолет мне понравился. Ой-ой-ой. Пук. Пук. Вот такой у нас бабаджаюшка охеревший, да? Все не горит больше, здесь вроде ничего не горит. Отлично. Прикольно, прикольно. Что ты? Ешь его сердце? Правильно, ешь его сердце. Молодец, умничка. Умничка песень. Не, это не хочу. Поторопишься. Сейчас поторопимся, не очкуй. Будешь уверена. Теперь-то, когда я умею пользоваться крылом парашютом, или как его, крылом, блядь, летучим этим летающим ссаным. Будешь уверена. Я Аки-Коршун буду кружить и наводить на всех ужас. Ужас. Я ужас, летящий на крыльях парашютных. Крыльях, хуилях. Опча! Кого тут расстрелять? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Немытая Россия. Ты же не говоришь, что будешь по мне гранатометом сейчас хуярить, блять, впритык. Ну, хотя бы толику благоразумия сохранил, так сказать, да? Так. Да. Приехал. О, нет, это машина-призрак.
Сейчас уничтожим. Зачем уничтожать хорошую машину? С наркотой, между прочим. Открывается это, нет? Не, не открывается. Ну, тогда уничтожим ее самым экстравагантным образом. Я могу в нее сесть? Могу. Я на главное место типа не могу сесть, на место водителя. Сейчас, секундочку, сейчас разберемся. Типа не могу. Печально, слушай. На С же тут вроде как менять место, да? Сейчас. Не могу реально на место водила сесть. Блин. Печально, я бы мог там, не знаю, с ним бы что-нибудь прикольное придумать. Тут как бы люди вооруженные ходят, ну ладно. Пук. А. Ну и ладно. Не вопрос. Радио мучание. Мычание. Ух ты! Эх! Чуть-чуть не попал. А! Сейчас мы догоним этих ублюдков. Эй, даю наводку. Сопротивление. Давай. Новую партию снаряги. Говорят, там есть кое-что весьма полезное. О! Никуда индюк трахнул. Попытался, по крайней мере. Текс. Где-то блядская машина сейчас. Надо ее догнать. Это моя основная задача — догнать блядскую машину и так вот чуть-чуть помочь ей отлететь на тот свет, так сказать, да? Вообще, тут был где-нибудь, не? Не был, серьезно. Прикольно. Может, что-нибудь новенькое узнаю. Что-нибудь интересненькое. Ты подожди. Постой. Чем тебе это не нравится, э? Во! Всего 75 очков силы. Или очков. Как называется, очков. Как его? Неплохо. Сектантский лодку не... А, точно. Нифига, он здесь заданий. Блять, бумер отлетел. Ну как, почти. Красное облако! Я фокусник. Кстати, а где Кыся-Кыся? Она тоже отлетела, неужто? Да, отлетела Кыся-Кыся. Ну давай. Снайперская шавка. Заходи. Где ты? Так, надо нарколодки же еще уничтожать, серьезно. Трыпка. Плещется какая-то. Что это было? Я в кого-то въебался? Это ты была? Умница. Надеюсь, водишь ты лучше, чем стреляешь. Шутка. Я только учусь общаться с людьми. Надеюсь, ты пиздишь не так много, как... Просто не так много. Ты... Учи шутить, ебанутая.
Да-да-да, вот именно на гранату и надо бежать. Все так делают. Все умные, образованные люди так делают. А песи тебе хочешь? Будет тебя пес лечить? У тебя что-то пес хуйца подложил. Пёся. Ты ему вообще пох, блядь. Серьезно. Жалко, что они друг друга не могут поднимать. Что там? Ой ты. Какой же ты скучный ублюдок. Не понял. Чё за говно? Во. Так чуть поинтересней. Сука, ты опять отлетела. Ой, боги Асгарда, что за говно происходит с этой женщиной? Может быть, ей котов завести? Не. Так. Центр Клык. Клатч Никсон. Ну, давай пропутешествуем. Сейчас до Клатча Никсона надо будет еще добраться. Мне кажется, там будет весело. Мне кажется, там будет очень даже весело. Клатч Никсон, я иду. Ты выглядишь нормальным. Кто-то должен помочь этим людям вернуться к жизни. А здесь можно тачку вызвать, не? Можно. Клатч Никсон подождет. Пока у нас есть эта странная машина и квадроцикл. Опять бутадовые танцы. Я всегда на них покушаюсь, серьезно. Мне это безумно нравится, этот глюк. Его все еще не пофиксили, кстати. Это реально. Может быть, это фича, да не глюк даже. Без понятия. Еще здесь у вас будут Точно. Давай, чувиха. В добрый путь. Угу. То есть ты... Даже так, да? Не вопрос. Не вопрос. Не вопрос. Сейчас что-нибудь придумаем. Подожди секундочку. Секунду, подожди. А вот так. О, да, женщина. Это охуенно была поза. Это было нечто невообразимое. Все? Она на место водителя села? Куда поедем, шеф, блядь? Ого. Вижу стервятника. Можно передохнуть. Нет, неинтересно. Клатч Никсон, я иду. Че, какой, как тебя зовут, Клатч Никсон? Хотя Форд Драбманов. Ты меня уже заебал, серьезно. В следующий раз пойдем, значит, на центр, на КЛК центру дадим. И так далее. А ну бы на сегодня хватит. Спасибо за то, что смотрели. С вами был Коперник. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и в группу вступайте ВКонтакте. Комментируйте ролики, если кому-то что-то нравится, кому-то что-то не нравится. Женщина, выходи из-за руля, это мужская задача. Водить подобные вещи. Вот, в группу вступайте, на стрим приходите. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Я там не рад каждому. Каждый из вас, кто приходит, всех ненавижу всей душой.
всей своей черной, как смоль душой. Угу. Какой кошмар. Эдемщики сломали жизнь стольким людям. Эдемщики сломали игру, мне кажется, этому Far Cry. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Теперь точно всем пока.